сохранять качество того, что мы делаем, до уровня того, что это нужно другим людям, потому что же не каждый врач нужен другим людям, и уж точно не каждый учитель. Нужны какие-то. И вот когда мы сами становимся действием, которое имеет смысл для других людей, наша жизнь, вот не в смысле биологическом, а в смысле психическом, обретает смысл.